друзья, доброе утро. Как всегда, завтра, начало нового дня. Я уже сбился с отчетности, какой там день проекта. Ну, в общем, уже где-то примерно середина. И денег, я вам скажу, потрачено не так уж и много. 4000 еще в остатке. И как бы еще впереди половина проекта. Если вот питаться и двигаться такими же темпами дальше, не болея, то можно еще купить себе одежду по ходу. Вот, ну что там на завтрак? Кашку греем, вчерашнюю молочную, рисовую. Вот. Ну вот она согрелась. Сейчас поставлю ее. С утра как-то холодно вообще. Дубарина такая. Вот она, кашка. Разогрелась. Завтрак у нас сегодня такой, нормальный, человеческий, полноценный. Кашка получается вон. Сырочек порезал я. Хлеб, ну хлеб уже. Ну хана, я чай заварил. В общем, сейчас позавтракаю, как вроде белый человек, так, но если каша только не испортилась со вчерашнего дня. Трудиться, конечно. С утра как-то холодно, знобит. Состояние как разбитое корыто. Вот, ну а так вроде что там адаптирую. Где-то критикую, где-то радуюсь там жизни, но вот так вот проходит проект. Вот так вот на себе прочувствую те меры, которые правительство в отношении нас принимает. В принципе, пока я двигаюсь в графике, вот. И пока мне средств хватает. Ну, в общем, давайте, друзья, я не знаю, там будет обед или нет, ничего вообще на обед не готово. Готовить пока некогда. Вот, поеду, не знаю, может потом приеду, что-нибудь быстро сообразим, либо магазин, может, заскочим. Так что вот, ну давайте, всем удачного дня. Пусть у вас все будет так, как вы хотите, друзья. Друзья, добрый день, ну вот, обед. Так, на обед вермишель и печенка. Вот печенку мы покупали, и вермишель, которая простая, спираль-то, которая походу все мы подварили. Вот, вот такой вот обед получился у нас. Вот она, наша вермишель, но она достаточно дешевая была. Сейчас попробую. Но более-менее, конечно, не твердых сортов. Ну и вот печеночки еще. Там даже маленький кусочек еще остался. Вот. В общем, вот такой вот обед. Довольно неплохой. Но слушайте, я вроде хорошо позавтракал, но я к обеду к часу уже. Я есть хочу, вообще не могу. Быстро-быстро. Хорошо, что была возможность вот приехать. Пообедаю сейчас. В общем, ну сейчас я наложу. Вот такой прекрасный обед получился, сказочный. Еще, считайте, осталось, ну, либо на раз, либо на два печеночки. И вот, ну, и вермишели там еще вообще прилично. То есть, вот, друзья, пообедать. А хлеб белый-то начал вообще жестко черственеть, как бы, но он не очень такой в плане хранения его. Вот, надо покрошить его, да, вот с тем сыром, который мы для домашних животных, для кого покупали, покрошить и увезти. Вот я каждый день приезжаю, смотрю там на мусорки, и голуби, и вороны, и все, и собачки там приходят. Ну, и самое страшное, то, что туда
приходят, конечно, люди. Вот, но сейчас я пообедаю, покрошу хлебца, с сыром помешаю вот, для бездомных домашних животных и для голубей, ворон и так далее. В общем, давайте, друзья, сейчас я пообедаю. Друзья, ну вот он, сырок, вот остатки, которые я так и не смог поесть. Сделаем птичкам, там, домашним животным. С хлебушком покрошим, вот. Пусть они кушают. Это наша жертва. С того минимума, что государство предлагает нам прожить. Ну вот поел, обед-то вообще замечательно был. Хлеб, видите, уже портится. Только режу сухой хлеб, вот так вот. Долго хранится. Ну вот, сейчас покрошим, перемешаем. Пусть там кушают голуби, вороны, собачки там приходят, брошенные. Все на свалку, на мусорку. Я уже говорил, что самое страшное, что туда приходят сейчас и люди. Это сейчас есть определенная категория людей. Это по всей России такая есть тенденция, которые просто живут со свалок, вот с этих вот, с мусорок во дворах. Приходят, подбирают что-то и кушают. Вот такие реалии вот. В каждом времени есть свои пороки. Как показывает история, вот, судя по всему, в нашем времени тоже есть свои пороки. Кто-то жирует. И жрет икру по утрам. Красную и черную, запивая все это винцом, которое стоит как полугодовалая зарплата на заводе. Мам, забери чай, пожалуйста. Вот. Так что как бы, ну, вот так вот есть и все. Сейчас я докрошу. И потом мы вместе с вами покормим их. Я не знаю, видите вы, друзья, или нет. Видите, как нуждается в нашей помощи. Я вообще в шоке. Давайте. Вот они. Зимой, слушайте, голодают как. Ну, в общем, собачкам ничего не хватило, никому бездомным тоже, но вот голуби покушают вот этот сырок и хлеб. Просто знаете как, друзья, у каждого из нас вот так вот дома все остается, и мы просто это валим и выкидываем. Видите, как твари небесные нуждаются в нашей помощи и как она им нужна. Вот они, красавчики. Даже воронам не досталось. Лопайте, мои хорошие. Вон галки и вороны. Но в данном случае они бедолаги, какими бы их они ни были. Их для чего-то создал Бог, они нужны. Ну, в общем, вот так вот, друзья, сырок улетел за 3 секунды. В общем, давайте, всего доброго.